Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения с действующими ставками до конца 2022 года. Соответствующий законопроект одобрило региональное правительство. Подробности в нашем первом материале выпуска. Для поддержки предпринимателей не повышать, а сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году. Такое решение приняли власти Верхней Волжи. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Мы видим, что есть хороший эффект. Самозанятые сегодня, те, кто покупают патенты, плюсуют в объеме оказания услуг. Мы видим количество людей, которые пользуются этой системой. Это возможность легализовать свою трудовую деятельность. По данным статистики, только за 10 месяцев этого года в 3,7 раза увеличилось количество бизнесменов, использующих данный вид налогообложения. В 3,8 раза количество выданных патентов. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые составили 176 миллионов 300 тысяч рублей. Всего в Тверской области число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе на 963 человека. Кроме того, правительство Верхней Волжи приняло решение о расчете прогноза стоимости патента на 3 года. Мы об этом объявим в середине 2022 года и надеюсь, что сохраним стабильность по стоимости услуг, потому что это все-таки затраты наших предпринимателей. И наша задача помогать, чтобы предприниматели развивались. В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди них предприниматели, занимающиеся грузовыми перевозками, шитьем, техобслуживанием судов, уборкой улиц, физкультурно-оздоровительной деятельностью и многим другим.